Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. Дополнительно смотрите ссылочки в описании. Сегодня у нас 16 октября. Время 7 часов утра. Только встает солнце. А уже отличная погода. Температура воздуха около 17 градусов. Море гладкое, прозрачное. Температура моря 22. Видно дно на несколько метров. Море как зеркало. Слегка заметные волны. Сливается с горизонтом. Людей пока нет. Неудивительно, в такую рань не все встают, но вот вдали буквально несколько человек пришли гулять, посмотреть на море. На набережной то же самое, одни спортсмены, отдыхающих пока не видно. Вот такая погода сегодня в Сочи, так что обязательно запишитесь на мои экскурсии, подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!